Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Niva 2016 года выпуска. Сказали, объем 1.8, механика, полный привод, ну и как и у всех Нив. Пробег на автомобиле 33 тысячи километров. Человек говорит, загонял на ТО, ему ни разу не меняли салонный фильтр. Попросил заменить его. Открываю капот. Под капотом с правой стороны вот он лючок, прикручен одним саморезом, но лючок весь замазан герметиком. Еще с завода. Откручиваю тогда саморезы, просто приподниму угол жабо. Открутил 4 самореза и переподнимаю жабо. Сейчас камеру пониже опущу. Фильтр находится в кармане. Берем его, поднимаем. Забит. Это делали ТО и ни разу его не заменили. Забит вообще напрочь. Он только сегодня узнал, когда разговаривали, я говорю, а салоны меняли? Он говорит, а у него уже нет салонного. Возьму невский фильтр NF6004, он же идет и на Калину такой же, они взаимозаменяемые, номера у них разные, но фильтра взаимозаменяемые, есть угольные. Все устанавливается также легко, там поролончик, и закручиваем на место саморезы. Заменить фильтр 1,5 минуты. Все, замену произвел фильтра. Здесь вообще вот один саморез откручиваем, приподнимаем крышку, вытаскиваем фильтр, меняем, крышку закручиваем. Зачем его приклеили на герметик, я не знаю, но отрывать я уже не стал. На этом все. Всего вам доброго.